Проект, посвященный 80-летию Гомельской области. И вот наша программа готовит специальные выпуски о районах Гомельщины, о людях, которые там живут. И только что, дорогие друзья, в этой студии прозвучала песня «Лоевский край» в исполнении народного ансамбля Лоевского района «Живица». Аплодисменты! Это было замечательно. И Петр Иванович Бондарь, художественный руководитель этого коллектива, спасибо вам за такое душевное начало нашей программы. Еще раз, дорогие друзья, всем добрый вечер. Добрый, добрый. Петр Иванович, скажите, а кто автор этой удивительной песни про Лоевский край? Авторы местные. Поэт Александр Кукара
и композитор Анатолий Ивашко. Замечательная песня, тем более написана еще местными авторами. Мне кажется, это дорогого стоит. Конечно. Спасибо. Я знаю, что ваш коллектив выступает сегодня на самых разных площадках, и в этом году вы даже радовали зрителей на Славянском базаре. Пришлось. Да, были в Витебске, выступали не однажды. Ну, на центральную, конечно, сцену не попали. Это пока. Да, ну... Надежды есть. Надежды есть, я думаю, да, и потенциал огромный. Да. В этом году коллективу «Живица» исполняется 37 лет. Мне кажется, это заслуживает аплодисментов бурных. Скажите, пожалуйста, а с чего начинался ваш ансамбль, Петр Иванович? Ансамбль начинался в далеком 80-м прошлого столетия. Руководитель собирала Валентина Береснева. Тогда назывался «Днепрянка», но перерос в «Живица», и вот сейчас живем. И вот уже через год будем праздновать, как 30 лет носим звание народный. Народный, ничего себе! Ну что ж, Петр Иванович, у меня еще один для вас есть вопрос. Скажите, ваше любимое место на Лоевщине? Днепро. Наверное, с удочкой? Да, берег Днепра. Мы работаем на берегу. Дорогие друзья, я надеюсь, вы догадались, что сегодня мы расскажем вам о Лоевском районе, о людях, которые там живут, и об удивительных местах этого края. Знаете ли вы, что Лоевщина – это любимое место белорусских рыбаков? Здесь действительно удивительная природа. Это уникальное место, где Сож сливается с Днепром. И местные жители, и приезжие туристы очень любят ловить здесь сомов. Говорят, что этой рыбы на Лоевщине всегда было вдоволь. Кстати, историки называют Лоевщину жемчужиной белорусской, восточнославянской и европейской истории. Около деревни Мохов, близ Лоева, находится обнаруженный еще в XIX веке крупный курганный могильник эпохи Киевской Руси, свыше 600 захоронений. Кстати, городскому поселку Лоеву 514 лет. Сегодня здесь проживает около 7500 человек. 25-метровый монумент славы, старинные усадьбы, музей битвы за Днепр с открытыми экспозициями военной техники. В городском поселке также находится строительный завод. Из образовательных учреждений действует педагогический колледж и музыкальная школа. А еще в Лоеве есть дом культуры и несколько библиотек. Вот как живет сегодня Лоевский район, в чем его туристическая, историческая привлекательность, поговорим об этом с нашими следующими гостями. Встречайте, пожалуйста, заместитель председателя Лоевского райисполкома Наталья Леонидовна Каурова у нас в гостях. Добрый вечер, Наталья Леонидовна. Добрый вечер. Проходите, присаживайтесь. Директор музея битвы за Днепр Римма Геннадьевна Стадникова, наша гостья. Добрый вечер, проходите, пожалуйста, присаживайтесь. И старший научный сотрудник музея Ксения Владимировна Семашко. Добрый вечер, Ксения. Присаживайтесь, пожалуйста. Очень рада видеть вас в нашей студии. Первый вопрос для вас, Наталья Леонидовна. Так чем же живет сегодня и как живет сегодня Лоевский район? Ну, Лоевский район небольшой по площади и численности населения. Всего проживает около 12 тысяч человек. Мы граничим с Брагинским, Хойникским, Речицким, Гомельским районами. Также наши соседи – это Репкинский район Черниговской области, Украина. Сегодня район живет, развивается и готовится к встрече, отметить главную юбилейную дату этого года – 75-летие освобождения Лоевщины и Гомельской области от немецко-фашистских захватчиков. Именно с Лоевского плацдарма началось освобождение всей Гомельской области. И мы уверены, что лоевчане достойно встретят юбилейную дату с новыми трудовыми достижениями и успехами. Ну, то, что Лоев – это действительно поистине героическое место, мы об этом сегодня поговорим в нашей программе. А вот какой отпечаток на развитие района накладывает его географическое расположение в границе с Украиной? Ну, наша история доказывает, что славянские народы едины. Сегодня мы не испытываем никаких препятствий по общению с украинской стороной. За долгие годы у нас сложились дружеские отношения. Сегодня в нашем районе проживает немало украинцев. Они беспрепятственно посещают своих родственников, которые живут уже в соседнем государстве. По фарватеру реки Днепр проходит государственная граница с Украиной. И с 1999 года была сформирована пограничная группа катеров с дислокацией в городском поселке Лоев. У нас ни одно мероприятие не проходит без наших пограничников. Ну и мы гордимся тем, что в
2015 году местом проведения фестиваля «Славянское единство» был выбран наш городской поселок Лоев. Спасибо. Римма Геннадьевна, у меня для вас вопрос. Вот назовите вот несколько причин, по которым необходимо посетить Лоев и Лоевский район, вот туристу, допустим. В принципе, вы уже говорили о том, что у нас имеется огромный могильник. Это Моховский. Но у нас есть еще и крупнейший в Беларуси, это Чаплинский бескурганный могильник. И, наверное, вот с древности, какой бы мы этап ни возьми, вот исторический этап не взяли бы, Лоев вот как-то отметился. Вся многовековая история, она как бы прослеживается на истории района. Если мы с вами возьмем 16 век, то Лоев – это город, первый получивший магдебургское право в Гомельской области. Гомельск получил его спустя только 96 лет. Вот. Хотелось бы отметить, что, к сожалению, Лоев не смог развиваться дальше, потому что 17 век – это крупные стычки, это время межусобных войн. И Лоев, к сожалению, в это время подвигался набегам, разрушениям. И Казацко-крестьянская война, которая вот, самое крупное сражение этой войны, первая и вторая Лоевская битва, проходили на территории района. Это 31 июля 1649 года, а вторая – 6 июля 1651 года. И эти битвы были судьбоносными для Великого княжества Литовского. Фактически они помогли ему сохранить свою целостность. Следует отметить, что и период гражданской войны считается, что одна из самых крупнейших операций Днепровской флотилии – это Лоевский прорыв. Она помогла вот зажать суда поляков в устье Припяти и дать возможность воинам Красной Армии помочь освободить город Киев. Если мы будем двигаться дальше по истории, то здесь, наверное, следует отметить, что и период коллективизации, коллективное хозяйство Днепровская коммуна было настолько удачным, что посмотреть эксперимент советского развития, как бы как развивается это хозяйство, приезжали даже американцы, она была вот как бы витринной. Первая в Беларуси шахта, как ни странно, это была шахта по добыче цветной глины. Она тоже Лоевский район. Называлась она «Красный шахтер», была открыта в 1929 году. Ну и, конечно же, наверное, вершина нашей ратной славы – это Великая Отечественная война. Таких кровопролитных сражений на территории Беларуси, наверное, не было. Нынче мы можем сказать, что количество живущих людей сравнялось с количеством погибших за освобождение Лоевщины. На аллее героев у нас увековечены имена 360 5 героев Советского Союза, из них, к сожалению, 43 захоронены на территории Лоевского района. Ну и сами лоевчане еще вот о чем говорят, что уникальность района состоит в том, что чернобыльская беда, она коснулась как бы всех близлежащих регионов к Чернобылю, а вот Лоев как бы обошла стороной. И они приписывают это дару нашей защитницы, великой Параскевы Великомученицы, что именно вот она своей Божьей милостью сделала так, что эта беда обошла наши края. Так что приезжайте к нам. Спасибо большое за приглашение в том числе. Ксения Владимировна, ну, расскажите нам, пожалуйста, чем же привлекателен Лоевский край для туризма, для туристов? Спрашиваю, потому что знаю, что вы являетесь автором нескольких туристических маршрутов на территории района. Да, ну, наверное, сразу скажу немножко о маршрутах. Да, разработано 6 туристических маршрутов, которые мы предлагаем нашим гостям. Информация о маршрутах размещена на сайте, с ней можно легко познакомиться. На сайте райисполкома, да. С ней легко можно познакомиться, ну, и выбрать для себя подходящий вариант. Ну, а что касается привлекательности туристической, то, наверное, бы следовало разбить на некие такие тематические блоки. Продолжая тему войны, конечно, в первую очередь это военно-патриотический туризм, или его еще можно назвать мемориальный. Потому как территория района усыпана братскими захоронениями, и покоится большое количество людей в этих могилах.
И сегодня буквально, можно так сказать, ниточки со всех стран бывшего Советского Союза к нам тянутся родственники погибших. И поэтому сегодня братские захоронения посещаются именно с этой целью увековечить память своих погибших родственников. То есть героический Лоев и одно из самых таких ярких туристических направлений – это военно-патриотическое. Да, военно-патриотическое. Второе, наверное, такая природа, да? Да, второе – это экологический такой блок. Он связан, безусловно, с нашим богатством природным. На территории района находится уникальный памятник природы Днепро-Сожский заказник. Красивейшие места, которые находятся рядом с Гомелем, рядышком с Лоевом, находятся они в Междусожье, в междуречии Днепра и Сожа. И попадаешь когда туда, ты ощущаешь эту старинность, эту природу, это возможность восполнить свои силы, которые ты потерял в городе во время работы. Ну и второй интересный, кстати, вот сейчас на слайдах есть фотография с этого заказника. И второй интереснейший объект для показа – это геологическое обнажение, которое тоже прославило Лоев среди других районных центров и вообще городов в Беларуси, потому как находится геологическое это обнажение, и его говорят, что оно такое второе в мире. А первое где? Первое в Аргентине. А, ну, то есть, вот, только хоть где-то Лоев не первый, да? Побывав в Лоеве, но не побывав в Аргентине, вы запросто можете сказать, что вы увидели уникальный памятник. Следующий огромный блок – это историко-культурный, скажем так. Здесь нужно понимать и принимать во внимание все объекты, которыми мы сейчас богаты. Это и уникальные археологические объекты, которые прославляют нас сейчас с витрин различных музеев. Это и Минские музеи изобилуют предметами археологии, это и Гомельский музей. Следующий блок – это памятники архитектуры, которые являются украшением нашего городского поселка и украшением сельской местности в том числе. Вот сейчас усадьбу Барановскую мы видим на экране. Эти памятники также интересны, потому как они отражают архитектуру 19 века, таких небольших населенных пунктов, вот, как согласитесь, Лоев. Когда въезжаешь в Лоев, ну, просто удивительное сочетание вот этих старинных, ну, я бы их назвала усадьбы, замки, да, и вот этих пушек, военный плацдарм, набережная. Это что-то такое вот сочетание несочетаемого. И чистый, красивый, очень благоустроенный современный город. Да, очень нужно небольшой. Сказать, тут наше выгодное такое положение в плане туризма, мы компактные. То есть у нас можно познакомиться с историей достаточно древней, тоже в центре Лоева, познакомиться с архитектурой и, безусловно, познакомиться с более трагической историей периода войны. Вот, кстати, хотелось бы упомянуть про Лоев. Поселок действительно героический. Еще раз напоминаете события. Осенью 1943 года на территории Лоевского района развернулась битва за Днепр. Одна из крупнейших операций Великой Отечественной войны. Лоевский плацдарм имел очень важное значение для дальнейшего наступления советских войск в Беларуси. С него, кстати, началась Гомельская Реческая наступательная операция, в результате которой были освобождены города Речица, Гомель. И вот на этом Лоевском плацдарме полегло более 11 тысяч почти бойцов. Уже 12. 365 из них присвоено звание Героя Советского Союза, и их имена увековечены на Аллее Славы в центре города. Все верно? Все верно. И вы знаете, многих посмертно. Кстати, к 40-летию победы в Великой Отечественной войне вот в центре Лоева был открыт этот музей битвы за Днепр. И вместе с площадкой боевой техники он стал уникальным мемориальным памятником всем участникам этой Днепровской операции. Расскажите наверняка, вот, учитывая все эти события, в Лоевском музее сегодня очень много уникальных экспонатов. Каждый экспонат, каждый документ, фотографии, личные вещи – это чья-то история, это память о ком-то. И сегодня мы говорим, да, о созвездии Героя Советского Союза, но это в принципе, если человек стал на защиту Отечества, если он отдал за это свою жизнь, то он уже герой. И поэтому выделить что-то и сказать сложно. К своим экспонатам мы относимся очень трепетно. А чего стоит знамя?
довоенная, которую жители смогли сохранить и донести до нас. Это ведь тоже реликвия. Но собираясь в студию, конечно, мне бы хотелось взять... Вот я долго думала, что взять из экспонатов. Может быть, уникальный вот такой, Наталья, экспонат. Давайте это покажем. Надписи, угу. Да. Это надписи наших военнослужащих, отступающих воинов Красной Армии на Бересте. И они говорят о том, что они умирают, но не сдаются. Это почти как Брестская крепость. То есть надпись Брестской крепости, наверное, трудно найти человека, который бы не знал об этом. А вот в нашем музее есть вот такой уникальный экспонат. Ну еще я... Спасибо. К сожалению, вот я не сказала о том, что есть подпись командир роты Начконов. Но, к сожалению, до сих пор по спискам безвозмездных потерь мы не смогли найти этого человека. То есть вот память о нем, он сам о себе как бы оставил память. Ну и собираясь в студию, естественно, что я не могла взять экспонат, который взорвал весь интернет. Это хорошо, что вы принесли этот экспонат, уникальный экспонат. Да, это знаменитое послание потомкам. Дело в том, что к 70-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне проводилась реконструкция нашей центральной площади под мемориал. И в то же время проводилась реконструкция стелы. Стела, если везде в Википедию залезть, то вы видите, что высота ее 18 метров. Все уже опоздали. Нужно обновлять. Она уже у нас 25 метров. Она растет. Да, она растет. И вот тогда была найдена бутылка. Покажите нам, пожалуйста, стеле. Вот в чем было ничего. Это послание? Да, вот это послание. Она была закупорена. Ее эту бутылку даже нельзя мыть. Да, конечно, ни в коем случае. Она завернута была вот в такой, значит, газета «Правда», кусочек газеты «Правда». И с обратной стороны вот промасленная такая бумага. Естественно, что это вызвало огромный ажиотаж. Было это 26 марта 2015 года. И там мы нашли обыкновенный школьный листочек тетрадки. О чем это говорит? Никто не думал ни о каких помпезных проектах. Люди писали от души, что они думали. Они написали, что мы здесь восстанавливаем памятник своим родителям, которые погибли за наше будущее. То есть вот такая и просто подписи. Конечно, мы пытались отыскать этих воинов-строителей. Но... Римма Геннадьевна, я удивляюсь, как вы можете заниматься подобной работой? У меня мурашки, вот когда вы об этом говорите. А у вас, во-первых, 3 медали, и я знаю, многие, наверное, большинство из этих 3 медалей за вот именно поисковую работу. Скажите, вот самая запоминающаяся лично для вас поисковая работа, потому что стоит все-таки, чтобы масштабность была понятна, дорогие друзья, я скажу, что только в 2017 году, поправьте, если это не так, 600? Вы нашли 600 неизвестных? Сотрудникам музея, да, установлено 631 имя. 631 имя, которое до этого было неизвестно. Представляете? Если можно, коротко, историю, вот, которая произвела на вас впечатление. Ну, знаете, каждая история по-своему она трогает. Вот если мы возьмем... Есть у нас герой Советского Союза, Иван Григорьевич Махута. Он похоронен на территории района в Чаплинском братской могиле. А вот вместе... Дело в том, что рота танков Т-34, командиром которой он был, в 1943 году была переправлена 18 октября на плотах. Вы представьте, немцы были в шоке, когда на правом берегу Днепра, не видя, что есть переправа, увидели танки, откуда они взялись. И командир роты повел танки вдоль береговой линии, дошел до деревни Чаплин. Это масса, вот просто мгновенно была освобождена огромная полоска земли. Но ночь с 20 на 21 октября 43 года немцы предприняли ночную атаку. Наши отразили ее, но в танк, головной танк, где был командир роты Махута, попал снаряд. Башню танка снесло. Танк горел. И тогда водитель танка, старший сержант Сорокин, направил горящую машину на вражескую батарею. Враг был остановлен. Но следует отметить, что в списках погибших имя Алексея Порфирьевича Сорокина не было увековечено. Представьте, про Махоту мы везде знаем и говорим, а экипаж остался как бы за тенью.
Вот в 2015 году мы установили имя сержанта, старшего сержанта Сорокина, и оно внесено в книгу памяти Республики Беларусь. Спасибо вам большое. История имеет огромное значение и огромное количество фактов. Но история имеет еще и свойство продолжаться. Да? Мы говорим сегодня о современном дне Лоева. Город приграничный. И благодаря такому расположению он стал участником музейного трансграничного проекта. Вот, Ксения Владимировна, если можно, коротко, что это за проект и почему он, в принципе, интересен Лоеву сегодня? Наверное, потому что действительно мы сейчас на границе, и казалось бы, что дорога закрыта, и что нам двигаться больше некуда, но на самом деле это оказалось таким движением в новом направлении, и этот проект позволит объединить, скажем, культурное пространство двух регионов, двух разных стран, это Гомельская область и Черниговская область. По проекту планируется работа, близкая работа такая с 6 музеями вот двух стран. И запланировано в этот проект, скажем, присоединить все культурное пространство этих регионов. Объединить их для того, чтобы люди двигались в направлении развития культуры совместного и единой, скажем, истории, когда-то разделенной на два государства. То есть будете обмениваться артистами, музыкантами? Да, это будет все же идти больше на музейную аудиторию, будут больше музейные специалисты заниматься в этом. По проекту планируются некие такие изменения в экспозиционных площадках, которыми мы обладаем, повышение квалификации специалистов, и все же на людей тоже это ориентировано, потому как предполагаются мероприятия, где будут включены и жители или населенных пунктов данных мест. Спасибо большое. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях на программе «Добрый вечер, Гомель» это жители Лоевского района. И на самом деле это только маленькое начало тех интереснейших историй, которые мы хотим сегодня рассказать и показать. Вот сразу после рекламы мы продолжим этот разговор в этой студии. На «Беларусь-4» продолжается масштабный проект, посвященный 80-летию со дня образования Гомельской области. И вот наша программа, повторюсь, готовит специальные выпуски о районах Гомельщины, о людях, которые там живут. И сегодня мы рассказываем о Лоевской земле. Наталья Леонидовна, вот как в районе относятся вообще к развитию народного творчества, вот к возрождению каких-то старых, древних местных традиций, и как местная власть вообще содействует таким начинаниям? Расскажите. Наталья, как известно, тот народ, который не знает своей истории, своего прошлого, у того нет и будущего. Но очень важно не только сохранить, но и приумножить тот багаж народных традиций, который создавался на протяжении многих лет в нашем районе. Ведь сохранение народных традиций позволяет сохранить самобытность любого региона, любого района. Как пример приведу народный фольклорный коллектив «Лутава» нашего района, который в прошлом году отметил свой 30-летний юбилей, юбилей своего творчества. Кстати, некоторые песни этого коллектива вошли в репертуар ансамбля «Песняры». Всего в нашем районе 7 коллективов носят звание «Народный». Не могу не отметить областной фестиваль народного творчества для лиц пожилого возраста «Спадщина», который проводится традиционно в нашем районе. В прошлом году работала экспедиция Академии наук по изучению фольклора и диалекта нашего района. При Уборковском центре ремесел работает кружок по соломоплетению, который посещают ребята Уборковского детского сада средней школы. И, кстати, в этом учреждении уже 5-й год работает бизнес-компания «Господар». Ребята по индивидуальным заказам изготавливают лавки, скамьи, и разделочные доски, выращивают различные рассады культур. Ну и мы уверены, что те традиции наших предков мы сохраним, приумножим для будущего поколения. Ну что ж, дорогие друзья, вот видите, богата талантами Лоевская земля, и это еще раз, кстати, подтверждают местные мастерицы. На Лоевщине народные традиции возрождают и продолжают мастера Центра ремесел при Уборковском центре культуры и досуга. Вот где-где, а там уж точно знают все секреты соломоплетения. Дорогие друзья, я хочу пригласить в эту студию лоевских мастериц, которые научат нас этому древнему искусству плетения из соломки. Встречайте, пожалуйста, Наталья Чувьюрова и Наталья Поливач сегодня у нас в гостях. Добрый вечер.
проходите, пожалуйста. Мы специально для вас все приготовили. Вот, вот эта вся красота в этой студии, это, я так понимаю, ваше творение. Да. Ну тогда еще раз аплодисменты. На самом деле удивительное, что-то удивительное. Я думаю, сегодня наши операторы и режиссер постепенно в ходе программы покажут эти удивительные изделия из соломки. А вы знаете, вот признаюсь, я всегда мечтала научиться плести из соломки, но мне кажется, здесь нужна какая-то сноровка особая или, может быть, достаточно просто соломки? Нет. Достаточно соломки и желания. Желание есть. Так. Творческой жилки. А соломка должна быть какая-то особенная? Я смотрю, вот, во-первых, о, так она мокрая. Мокрая? Ну, сухая солома ломается. Мы ее запариваем, отбеливаем сразу. Угу. И запариваем. А можно я вот попробую испортить вам один экземпляр? Пожалуйста. Вот как. Действительно все гнется. И кажется так легко. На самом деле это только, наверное, кажется. А на чем вообще основано плетение соломки? Есть какие-то особые секреты вот у вас, как у мастериц? Ну, у каждого мастера, наверное, свои секреты. Но в основном это, я считаю, что это, ну, нелегкий труд. Нелегкий труд. Конечно. А вот можно, могу ли я этому научиться? Как вы думаете? Или уже... Ну, если у нас дети с первого класса занимаются и учатся, как бы несложно им. Помогите. Поэтому, точнее, помогите поэтому можно и вам. Лозоплетение. Давайте я вот стану между вас. Соломоплетение. Вот ну, тогда давайте такая... маленький ликбез. Чем лоза отличается от соломы? Поверьте, многие наши телезрители не ориентируются. Ну, солома – это рожь, пшеница. Вот я вам сделаю заготовочку. Вот, да. Теперь вот, нет. Помогите. Этой соломой работы. Под низ через две соломы. Вот. Потом это все надо поджимать. Нет, девочки, это... лучше вы сами. Я лучше попробую делать то, что умею я. Я буду вести эту передачу, и мы покажем нашим зрителям, что Хорошо. Вы сегодня красивого нам сплетете. Кстати, а что будем плести? Ну, мы будем плести корзиночку из цветочков. Корзиночка, что-то типа цветочка. Этого, только, наверное, да, только большую не успеем. Поменьше. Серьезно? И у нас это все... Вы сейчас начали с цветочков? Я смотрю, каждый делает лепестки. Лепестки. Так, хорошо. Мы просто покажем небольшие элементы, которые, в принципе, состоит эта корзиночка. Итак, солома должна быть влажной, отбеленной, так, чтобы она очень легко плелась, в принципе, да? Да. Наталья, ну, вы умеете плести соломки? К сожалению, нет. Сейчас научимся. Сейчас научимся все, дорогие друзья. Ну что ж, стоит напомнить, что искусство плетения из соломки пришло к нам из далекой древности, и все-таки, согласитесь, сегодня это наш национальный колорит. Вот даже посмотрите на эти украшения, вот на прически наших мастериц. Примечательно, что, кстати, мода на соломенные изделия сегодня возвращается, и говорят, что работы лоевских мастериц ценятся далеко за пределами района. Девушки, где можно встретить сегодня ваши изделия, Наталья? Наши изделия, ну, в основном Италия, Германия, Россия, Украина. Мы несколько, вот, до происшествия в Украине, мы ежегодно ездили на фестиваль «Киевская Русь», и там... Удачно выставляли свои изделия. Ну что ж, дорогие друзья, вот видите, чем только не занимаются мастера на Лоевщине, какими талантами они только не владеют. И если плетение из соломки – это возвращение такое к своим истокам, все-таки возрождение народного мастерства, то что вы скажете о современных куклах в старинных нарядах? Дорогие друзья, вот чтобы сделать такую красавицу, нужно много терпения. Так считает наша следующая гостья, мастерица-кукольница из деревни Переделка Лоевского района Лариса Сильченко. Встречайте, пожалуйста. Лариса, добрый вечер. Проходите, присаживайтесь. Вы знаете, удивительные куклы, они вообще как живые. Вот мне интересно сразу узнать, за счет чего создается такая вот иллюзия, как будто кукла действительно и не кукла вовсе. Это какой-то специальный материал для лица? Да, это полимерная глина. Это глина, да. А потом вы ее разрисовываете, наверное. Да, я леплю, так. Запекаю, зачищаю, а потом покрываю акрилом. Ну, вот есть даже глазки вставила. Ничего себе. Ну, конечно, шедевр. Шедевр – это сами наряды. Вам нравится? Лариса, а скажите, пожалуйста, как давно вы вообще занимаетесь куклами, вот этим творчеством? 6 лет назад я как-то пошла в библиотеку, взяла журнал, вижу кукла на баночке из-под кофе. Я решила сделать.
Получилось. Где-то год я делала эти куклы, раздаривала, потом мне захотелось большего. Больше добавить что-то. Я думаю, возьму я на бутылку сделаю. Так. На бутылке стала делать. Ну, потом мне захотелось еще больше что-то сделать, добавить. Ну, подсмотрела в интернете, что есть полимерная глина. Я хочу обратить внимание, что здесь есть и ручки, и ножки. Да, да, все проверено. Все, тут уже никаких банок кофе и бутылок нет. Нет, это уже настоящие. Каркас, синтепон здесь, а вот до половины ножки и ручки. И... Сколько таких кукол за эти 6 лет появилось в вашей коллекции? И где вообще они сегодня? Украшают чьи интерьеры, расскажите. Они есть и в Германии, и в России. И у друзей. В основном наверное, подарено. У друзей. Вот и... Только две осталось дома. Ну, расскажите нам, из чего делаете вот эти красивые наряды? Вы их сами придумываете? Да. Да? Полностью... Это все я вот у меня эскизов нет. Я вот начинаю делать, что вот что придумали? Придумала, то и сделала. И брюнетки, и да. Блондинки, спасибо. А вот скажите, я так понимаю, что я вот у Натальи спрошу сейчас, ведь есть же вот куклы из соломы, вот одна представлена сегодня в нашей студии, а есть еще такие стригушки, их, по-моему, называют, да, которые делаются как обереги, подстригаются. Вообще, вот как вам такая идея? Вот вы бы украсили чем-нибудь каким-то соломенным элементом, вот соломенной деталью? Такую нет, такую да, нет. Это надо делать белорусочку, наверное, да, Лариса. Ой, да. У меня, я уже вынашиваю эту идею давно, и вот вижу, у девчата плетут, я бы хотела шляпку, корзинку какую-нибудь своей куклы. И то есть образ белорусочки такой, скажем, жительницы Лоевского да, района да. У вас уже как да, бы созрел, да, наверное, у меня да? Уже есть план. Ну что ж, будет готов, приходите, мы обязательно хорошо, покажем. А вообще хотелось бы спросить еще про вашу деревню. Переделка, да? Все, да. Наверное, называют переделка, да, а правильно переделка, да. А что это вообще за деревня такая, почему она так называется, расскажите нам. По словам старожилов, когда-то в 19 веке помещик... Решил, который жил в деревне Судково, решил наделить землей часть крестьянам. Вот он с деревни Судково и с деревни Михалевка наделил участки. Так. И сразу эта деревня называлась Переделкино. Потом упростили и назвали Переделка. Наверное, много чего переделывали в да, этой деревне. Да, там новая деревня, конечно. А скажите, что у вас там самого замечательного есть? Ох, наша Переделка знаменита усадьбой графини Барановской 19 века. Вот почему вы увлекаетесь такими куклами. Да. Это все не случайно. Интуитивно, наверняка, вы смотрели всегда на здание да. этой усадьбы и мечтали, да. чтобы вот кстати, так вот она пройти. Вошла в Золотое кольцо Гомельщины. Мне кажется, ей чем гордиться. Да, сейчас там находится школа. Очень много туристов приезжает к нам. Это такая красивая школа, красавица. Ну вот, столько природы, парк. Есть еще у нас от Барановской осталась Липовая аллея. Спасибо. А скажите, у вас есть любимое место в деревне Переделка? Место? А везде речка. Вот. Речка. Спасибо, Лариса, большое, что приехали на нашу программу. Удачи вам желаем. И присоединяйтесь, пожалуйста, к нашим зрителям. Да. А мы, дорогие друзья, продолжаем рассказ о Лоевском районе и о людях, которые там живут. Дорогие друзья!
друзья, я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях замечательная мастерица из Лоевского района. Это Наталья Чувьюрова и Наталья Поливач, которые, обратите внимание, очень искусно работают сегодня с соломкой. Вот прямо сейчас мы можем наблюдать, как вот с помощью, ну, вроде бы нехитрых движений, хотя вопрос, конечно же, спорный, но, по крайней мере, с помощью своего мастерства, вот они делают какое-то новое изделие. Нам обещали какую-то корзину к концу программы. Ну, посмотрим, успеем ли и что получится. Я думаю, не стоит отвлекать наших мастериц. Поддержим их аплодисментами. И предлагаю продолжить разговор с заместителем председателя Лоевского райисполкома. Напоминаю, что у нас в гостях Наталья Леонидовна Каурова. Наталья Леонидовна, вот Лоев, да, вот он вроде бы небольшой, но один все-таки из самых красивых, самых благоустроенных городов Гомельщины. Как вам это удается, вот сохранить это все? Ну, говорят, что чисто не там, где убирают, а там, где поддерживают чистоту и порядок. Нам очень приятно, что гости нашего поселка отмечают, что он чистый, уютный, ухоженный, красивая природа. Жители нашего района привыкли к тому, что органы власти уделяют много внимания благоустройству и наведению порядка на наших территориях. Уже традиционными стали конкурсы «Лучший цветовод», «Лучшее подворье», проводим праздники улиц и деревень. Ну и, конечно же, внешний облик самого поселка преобразила реконструкция центральной площади Лоев под мемориальный комплекс «Битва за Днепр». Сегодня мы на передаче об этом уже говорили. Ну и, конечно, был благоустроен наш городской парк. Стараемся вместе, едино работаем по наведению порядка в нашем районе. Спасибо. А скажите, пожалуйста, как развивается агропромышленный комплекс района сегодня? И вот какие из направлений в работе местных аграриев вы бы назвали как приоритетными вот на сегодняшний день? Ну, агропромышленный комплекс нашего района входит в 6 сельскохозяйственных предприятий. Все они специализируются в отрасли животноводства по выращиванию мясо-молочной продукции, в растениеводстве выращивание зерна, семян кукурузы, картофеля, рапса. Ну, с каждым годом мы увеличиваем посевные площади, увеличивается поголовье скота, производство молока. Ну и хочу отметить, что сельское хозяйство – ведущая отрасль и важная отрасль в Лоевском районе. И, кстати, стоит отметить, что на протяжении последних лет Лоевский район показывает, дорогие друзья, лучший результат в области по урожаю кукурузы. Вот как это удается местным аграриям, расскажет прямо сейчас главный агроном крупного сельскохозяйственного предприятия Лоевского района «Малиновка Агро» Валентин Тихонович Глезов у нас в гостях. Встречайте, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер, Валентин Тихонович. Наталья, разрешите угостить вас караваем от Лоевского края. Ой. Свежий, пахучий. Духляный. Дорогие друзья, как он пахнет! Спасибо! Дайте же я кусочек попробую. Благодарю. Поставьте, пожалуйста. Я так понимаю, что этот каравай выращен из муки. Урожая 2017 года. Выращенного на полях лоевских, да? Лоевская, да. Ой, Леона. Замечательно. Согласитесь, дорогие друзья, такое вот лоевское украшение нашей программы сегодня. Давайте мы вот так вот красиво все сделаем. Вот он, какой красивый каравай. Ну, а теперь давайте по порядку. Раскройте нам, пожалуйста, главный секрет лоевского урожая. Вот как удается из года в год выращивать столько много кукурузы, что вот прямо гордость области, можно сказать? Ну, кукуруза, это имеется семенной кукурузы, семян кукурузы. Мы уже занимаемся 4-й год, и наше хозяйство, так, СУП «Малиновка Агро», занимает... Первое в том году, второе место по области. В этом году заняли первое место по области по урожайности зерна семенной кукурузы. Ну, в чем секрет-то, расскажите. Ну, секрет. Соблюдение технологии возделывания кукурузы. Хоть год в этом году и сложный был, но урожай семенной кукурузы, урожай початка у нас вышел по 169 центнеров с гектара. Это лучший результат в области. Я знаю, что вы работаете в «Малиновке Агро» почти 37 лет. Все верно? Да. И с 96 года являетесь главным агрономом хозяйства. Да, уже 22 года главным агрономом хозяйства. Валентин Тихонович, вот скажите, как изменилось ваше хозяйство, предприятие вот за эти годы? Если раньше получали вал зерна от 3,5, 4,5 считалось нормально, то сейчас мы получаем от 7 до 8, до 9 тысяч тонн зерна. Мне кажется, валовый это сбор зерна о многом говорит.
А вообще само хозяйство, это же, наверное, уже другая техника. Сменилась трохи техника, новая пришла, но в хозяйстве главное это люди. Так, расскажите, какие люди у вас в хозяйстве работают? Хорошие люди. Нет, подождите. Ответственные, просто у нас есть кадры, как специалистов, так и рабочих. Если вот за трудовые заслуги был вручен мне Минская медаль вручена, ну, в этой медали просто заслуга не только моя, а всего нашего коллектива, частичка каждого работника в этой медали. Медаль сегодня здесь, да. В студии в этой. Дорогие друзья, давайте действительно поддержим. Это вручено было в 2009 году. В 2012 году за высокие достижения в республиканском соревновании среди, на уборке зерновых зернобобовых культур среди главных агрономов я занял там первое место, и на горках был вручен почетный диплом, ну и денежная премия. Ну, так и куда вы потратили денежную премию? Денежная премия. Ну, просто же интересно. Работает коллектив. То есть, я так понимаю... Мне работает агроном. Коллектив помог вам потратить денежную премию, да? Ну, немного, немного, да. Я говорю, хорошие люди, сказал, работают, хорошие. Я хотела бы действительно, чтобы мы еще раз поблагодарили Валентина Тихоновича. И, вы знаете, в его лице вот таких вот людей, благодаря которым все-таки у нас, наверное, на столе всегда будет каравай. Спасибо. Спасибо большое. Я вот вижу, что у нас уже скоро будет готово какое-то соломенное изделие. Наталья, расскажите, как все продвигается? Ну, я хочу сказать, что интрига немного не удалась. Почему? Мало Потому времени? Потому что в рамках этой передачи мы, волновались, к сожалению, наверное, не смогли сделать все изделие от начала до конца. Мы показали только некоторые элементы. Ну, а корзиночку мы сделали вчера. Вот какие хитрые мастерицы. Вчера привезли, сегодня хотим подарить вашей передаче. Ой, спасибо. Вот такая замечательная корзинка из Луевского района. Да. Это вот в наш музей. Вы знаете, за время подготовки этого проекта, посвященного 80-летию Гомельской области, вот когда к нам в гости приходят люди самых разных мест и районов, у нас образовался своеобразный музей, да. И там очень много вот таких вот подобных изделий. Здесь будет четко написано «Лоевский район». Дорогие друзья, а вот где использовать такую красоту, мы, конечно же, вот видим самое разное ее предназначение. Мы украсили сегодня и нашу студию, и большие вазы, и большие цветы, вот такие великолепные куклы. Есть, да, даже еще один предмет гардероба, без которого я вообще слово «солома» не воспринимаю. Вот. Я не знаю, так ли это? Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Лоевский район. Мы продолжаем нашу программу. Мы продолжаем «Добрый вечер, Гомеле» на «Беларусь-4» масштабный проект, посвященный 80-летию Гомельской области. Из передачи в передачу мы рассказываем о наших районах, о людях, которые там живут. Сегодня это Лоевский район. Наталья Леонидовна, вот какое внимание местные власти уделяют развитию социальной сферы, вот если мы говорим про Лоевский район и особенно в сельской местности? Ну, всего на нашей территории 19 учреждений образования, 31 учреждение культуры и 16 учреждений здравоохранения. Где же там это все вмещается у вас так много? Учреждений культуры, здравоохранения, образования. Замечательно. Ну, всего у нас 71 населенный пункт, в том числе сюда входит и городской поселок Лоев. Малочисленные населенные пункты не забыты. Жители этих деревень обслуживаются автолавкой, библиобусом, автоклубом. Ребята подвозятся в школу, если есть для этого необходимость. Проводим выездные приемы, праздники деревень. Без внимания не остается ни один житель нашего района. Почему-то я не сомневаюсь. Спасибо. Ну, а расскажите нам, пожалуйста,
В свое время были проблемы с медициной, я знаю, в районе, знают об этом все. А как изменилось вот в последнее время медицина, медицинское обслуживание в Лоевском районе? Ну, сегодня нашим жителям доступна медицина разных уровней. Это районный, межрайонный, областной, и если есть необходимость, то республиканский. Сегодня за качественной медициной каждый наш житель может обратиться на ФАП. Фельдшерско-акушерский пункт, у нас их всего 11 в районе, в амбулаторию врача общей практики, в районную поликлинику, ну и во вновь возведенную новую больницу, которая была открыта 29 декабря 2015 года. И сегодня в новой больнице созданы все условия, чтобы получить качественную, квалифицированную, специализированную медицинскую помощь. Ну что ж, чем живет районная больница, расскажет заместитель главного врача этого учреждения Татьяна Владимировна Ярошенко. У нас в гостях. Встречайте, пожалуйста. Добрый вечер. Присаживайтесь, пожалуйста, Татьяна Владимировна. Мы рады видеть вас в нашей студии. Расскажите, пожалуйста, что сегодня предлагает местным жителям Лоевская районная центральная больница? Жители нашего района имеют полную возможность получить всю необходимую медицинскую помощь. Это и амбулаторно-поликлиническую помощь, и стационарную помощь. Все с нетерпением ждали введения нового лечебного корпуса, как и жители района. Это очень значимое событие для нашего района. В новом корпусе у нас есть все необходимое оснащение, вспомогательные службы, оборудование, которые позволяют своевременно, быстро провести необходимые диагностические исследования при поступлении пациента. Это и появился новый рентгеновский аппарат, которого раньше не было у нас в лечебном корпусе. Он оснащен новым аппаратом цифровым рентгеновским. Появились у нас новые возможности проводить рентгеноскопические исследования, которые ранее были недоступны. В корпусе имеется клиническая лаборатория. Она оснащена новым лабораторным оборудованием. Благодаря этому наши доктора имеют возможность проводить диагностические исследования на новом уровне, которые позволяют диагностировать и осложнения, как многих заболеваний, так и проводить профилактические мероприятия с пациентами. Есть эндоскопический кабинет. Это современные методы исследования, которые доступны нашим жителям и помогают значительно улучшить качество и доступность медицинской помощи. И, конечно же, наверное, самая наша большая гордость нашей больницы – это новый операционно-реанимационный блок. Есть и операционные консоли, и реанимационные консоли. Каждому пациенту необходимое оборудование для оказания помощи и для динамическим наблюдением за тяжелыми пациентами. Всем этим мы, конечно, гордимся, и это значительно повысило качество и уровень оказания нашим жителям медицинских услуг. Да. А скажите, пожалуйста, кто сегодня, в принципе, обслуживается вот, в районной больнице? Только ли это жители Лоевского района? Или все желающие на каких-то там платных там, или неплатных, да, условиях? Ну, в первую очередь, конечно, обслуживаются жители нашего района. Просматривается в зависимости от периода времени обращение, конечно, в наше учреждение. Это жители из других как районов Гомельской области, так и с Республики Беларусь. У нас и жители Минской области обращаются за помощью, и Витебской. Приезжают дети к родителям, естественно, они нуждаются в медицинской помощи. Мы никому не отказываем, помощь оказывается на бесплатной основе. Но если кто-то, конечно, хочет какие-то получить платные услуги, это всегда пожалуйста. Жителям нашего района стали доступны на очень большой спектр обследования, которые раньше они не проводились в нашем районе. Это, можно сказать, и об УЗИ сердца, что для нас было недоступно, и УЗИ сосудов, и эндоскопические исследования. Вот почему, оказывается, в Лоевскую больницу с удовольствием едут молодые студенты по распределению. Потому что там современное операционное, современное оборудование. Кстати, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях молодая семья врачей, которые приехали из Гомеля по распределению именно в Лоевскую районную центральную больницу и остались жить на Лоевщине. Это Владимир и Виктория Радюк. Добрый вечер, ребята.
Владимир, расскажите нам, пожалуйста, вот как живется молодой семье в Лоевском районе, учитывая, что вы сами жители города Гомеля? Ну, живется насыщенно. В основном насыщенно, конечно, работой, но и на свободное время остается. Плюс у нас родилась дочка за это время, пока мы здесь срабатывали. То есть это тоже огромная часть жизни. То есть скучно не бывает. Спасибо большое. Виктория, вот вы врач-педиатр, и сейчас вы в декретном отпуске. А почему все-таки решили здесь остаться? Ведь действительно два... жители города. Ну, потому что этот город дал нам все, что нужно для жизни. И возможность заниматься любимым делом. У нас очень сплоченный, дружный коллектив. Мы нашли здесь действительно друзей, наставников. Ну, в общем, этот город дал нам дом. И это родной город для нашей доченьки. Скажите, пожалуйста, если не ошибаюсь, вы уже 3 года живете в Лоеве. И, Владимир, вы, по-моему, именно оперируете, да? Вы хирург, оперируете в Лоевской больнице. В новой операционной, как нам сказали, да? Ну да, в новой. Другой уже нету. Другой уже нет, да. А скажите, вообще быстро освоились или все-таки приходилось завоевывать авторитет в коллективе? Не, ну, конечно, всегда, когда ты приезжаешь, нужно авторитет завоевывать. Но не только в коллективе, но и среди людей. Операция такое, это щепетильное мероприятие, так. И никто не пойдет к человеку, которому не доверяет. То есть, конечно, первое время надо доказывать людям и коллегам, что ты что-то можешь. У коллег учиться старших, не стесняться этому. То есть всегда первое время ушло, да. Скажите, с вашей точки зрения, городские пациенты отличаются от сельских? Ну, такой сильной кардинальной разницы нет. Люди везде люди одинаковые. Но, наверное, из-за темпа жизни на районе люди спокойнее. Вот. И, можно сказать, да, позитивнее. Позитивнее? Позитивнее. Ну что ж, спасибо большое. Дорогие друзья, кстати, на Лоевщине есть уникальное учреждение, где воспитывают будущих учителей, будущих воспитателей, причем очень-очень творческих личностей. Я хочу представить заместителя директора Лоевского государственного педагогического колледжа. У нас в гостях Людмила Николаевна Дашук. Добрый вечер, Людмила Николаевна. Здравствуйте. Ну, расскажите нам, пожалуйста, чем же особенность вашего учреждения? Для Лоева и Лоевского района наше учреждение образования является центром культуры. Ну, во-первых, потому что на базе нашего педколледжа проходит разноплановые мероприятия идеологической и воспитательной направленности. Ну, а во-вторых, что наши девушки и юноши принимают активное участие во всех мероприятиях, проводимых в районе. Кроме того, регион поступления к нам очень обширный, а это способствует взаимодействию культур каждого района. Введение дополнительных специализаций, их у нас насчитывается 6, позволяет разнообразить работу объединений по интересам. И отрадно сказать, что введение специализации физического воспитания привлекло к поступлению в наше учреждение образования юношей. На сегодняшний день их насчитывается 17%. И каждый из них у нас находит себе занятия по душе. Кто-то занимается спортом, кто-то изобразительной деятельностью, кто-то танцами, кто-то занимается авиамоделированием. Ну вот я вижу несколько ваших воспитанников сегодня в нашей студии. Давайте познакомимся. Как вас зовут? Меня зовут Чуварков Алексей. Я являюсь студентом Лоевского государственного педагогического колледжа. Свободное от учебы время я очень люблю моделировать. В самом раннем детстве я очень полюбил авиацию и любил наблюдать за полетами птиц, самолетов, вертолетов. Это вызывало у меня большой интерес и восторг. И в будущем, после окончания колледжа, я планирую поступать в военную академию Республики Беларусь на авиационный факультет. То есть вы собираетесь стать летчиком? Или да, тем, да, кто будет, летчик, по крайней мере, летчиком? Вот так вот. А покажите нам, пожалуйста, это все сделали вы сами? Да. Это вот эти модели, да? А как долго это делается? Эту модель я клеил около недели, а вот эту модель я сделал за 2 дня. Аплодисменты? Спасибо вам, удачи. Ну, вы знаете, дорогие друзья, я вот весь эфир наблюдаю за одним молодым человеком в нашей студии. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы что-то рисуете, всю нашу программу. Вы можете нам показать, что это? О, я уже вижу. Вы узнаете, дорогие друзья? Скажите, это чей портрет? Это портрет ведущей передачи программы «Добрый вечер». Ну, мой, да, наверное. Как вас зовут? Роман. Роман, у вас очень хорошо получается. Как-то вы точно передали все и настроение нашей программы в этом портрете. Покажите еще раз, пожалуйста, нашим зрителям и ответьте на вопрос. Вы мечтаете быть художником? Да, я планирую связать свою жизнь с рисованием. А вы приняли такое решение в колледже или до этого? До этого. До этого еще? Ну, колледж дал многое вам вот сегодня для развития. Ну что ж, вы знаете, пользуясь случаем, можете передать привет одноклассникам и родителям. Вот прям туда, на камеру. Я передаю привет своим родителям и всем родственникам и одногруппникам. Ну что ж, спасибо.
Дорогие друзья, а вы знаете, еще говорят, что на Лоевщине все дети, особенно девочки, знают секретные приемы дзюдо. Областные турниры, соревнования по дзюдо стали здесь уже доброй традицией. И у нас в гостях директор Лоевской детско-юношеской спортивной школы Станкевич Николай Павлович. Добрый вечер, Николай Павлович. Добрый вечер, Наталья. Какими спортивными достижениями гордится вот Лоевская земля? Расскажите нам. Ну, мне хотелось бы сказать, Наталья, что у нас, получается, в спортивной школе функционируют три отделения: дзюдо, легкая атлетика и футбол. Футбол мы открыли недавно, только в том году. И поэтому основные достижения у нас по дзюдо и по легкой атлетике. И ваши достижения сегодня в нашей студии, если можно так выразиться. Справа от меня сидит Мадеева Анастасия, которая является чемпионкой и призером Кубка Европы чемпионата. Также она входит в состав национальной команды и является мастером спорта. Я бы хотела обратить на огромное количество медалей наших девушек. Также, получается, наши далее сидят юные звездочки по легкой атлетике Мокша Мария, которая сейчас в данный момент учится в училище Олимпийского резерва на отделении легкой атлетики, которая является также победительницей и призером первенств области и республики. И наши две юные дзюдоистки, которые покуда только являются победителями и призерами первенств Гомельской области по дзюдо. Ну что же, у них есть все шансы прославить не только свой район, да? А я считаю, что это как раз-таки будущие чемпионы нашей страны. Ну, скажите, пожалуйста, Николай Павлович, что вы вообще пожелаете начинающим спортсменам? Ну что ж, хочется пожелать. Только вперед, ни шагу назад. Спасибо большое. Ну что, дорогие гости, наша программа подходит к концу. И вот последний вопрос. Дело в том, что у вас есть такая уникальная возможность передать привет всему Лоевскому краю. Вот что пожелаете жителям района, пожалуйста? Ну, всем жителям Лоевщины я желаю мира, добра, процветания, чтобы каждый прожитый день приносил радость, удачу и успех. Ну, а телеканалу «Беларусь-4» и его зрителям желаю новых интересных проектов, новых достижений на благо нашей любимой Гомельщины. Спасибо большое, Татьяна Владимировна. У вас есть такая же уникальная возможность воспользоваться нашим эфиром и передать привет. Я бы хотела пожелать всем жителям крепкого здоровья. И пусть они обращаются в медицинские учреждения только с профилактической целью. Ой, ну замечательно. Спасибо. Ну, дорогие друзья, Лоевский край, согласитесь, он особенный. Ведь о Лоевщине пишут книги, снимают фильмы, ее воспевают в песнях. Поэтому не откладывайте поездку в этот удивительный уголок Гомельщины. Он такой героический, его еще называют Соловьиным. Это край любви и добра. По крайней мере, так в своей песне поет народный ансамбль «Живица», который, кстати, еще одной удивительной композицией прямо сейчас закончит нашу программу. Ну, а я прощаюсь с вами. Это был еще один добрый вечер. Гомель с Натальей Волынец. И до новых встреч в эфире.